Беларусь в ожидании хоккейного праздника. 4 января в Минске стартует 12-й международный рождественский турнир любителей хоккея на приз президента Беларуси. Первые участники – это команда из Объединенных Арабских Эмиратов – сегодня приземлились в национальном аэропорту Минск. Первым делом – памятное фото с зубром и снегом. В Абу-Даби, откуда прилетели игроки, сейчас плюс 30. Эмиратская команда примет участие в рождественском турнире во второй раз. В прошлом году состав этой сборной дополнялся белорусскими хоккеистами. Сейчас же в команде 22 игрока, которые целый год готовились к соревнованиям в Минске. Саид Аль-Нуами с прошлого рождественского турнира увез не только много ярких эмоций, но и майку минского «Динамо». Говорит, что она одна на все Эмираты. Это было хорошее время. Да, немного холодно, но зато было что рассказать друзьям. Год назад мы сыграли не лучшим образом и готовы взять реванш. Мне очень хотелось поскорее прилететь в Беларусь. Сегодня уже проведем первую тренировку и прогуляемся по городу. О Беларуси у меня остались только яркие воспоминания. Это несмотря на то, что мы проиграли. Этот турнир – возможность не только поиграть в хоккей, но и познакомиться с новыми людьми, подарить праздник детишкам и болельщикам. В этом году на рождественском турнире сыграют 8 команд. Они будут разбиты на 2 группы, и все матчи пройдут на Чижовка-арене. Команда президента Беларуси выступит в квартете А со сборными Арабских Эмиратов, Словакии и Швейцарии. Победители своих квартетов сыграют 7 января в финале.